Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы находимся на садоводе на линии 29, павильон 59, итальянский сумка у Оксаны. Вот так народ заказывает Оксану на номер. Здравствуйте, Оксаночка. Здравствуйте, Рахим. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Оксаночка, молодцы, у вас уже готово, да? Можно? Девочки, отправки каждый день и не забываем про почтовые расходы. Как только получили квитанцию, сразу почтовый расход, там квитанции 3 номер и почтовый расход. Почтовый расход вы должны отправить мне. Только с ДЭК не отправляете. С ДЭК это вы оплачиваете на них. Здравствуйте, Алечка. Здравствуйте. Ну, девочки, начнем. Вот покажу вам пряжку. Смотрите, сейчас лето. Такая вот модель. Есть перегородка на молнии, фурнитура. Есть серебро и золото у нас. И есть клапан крокодил и флоттер. 4500. С обратной стороны есть карман. Давайте. Вот такие модели узелки. Смотрите. 4500. Такая винтажная амулет. Есть дополнительный ремень. С обратной стороны кармана нет, но карман есть спереди. 6800. Вот такие сумочки из кожи буйвола. С обратной стороны есть карман. 5500. Внутри одно отделение. Геометрия, цвет модный. Есть перегородка 5200. Такая модель. Очень модные цвета. Сейчас зелень, такая темная фуксия. Так. Кнопка. Дополнительный ремень. Внутри одно отделение. С обратной стороны есть карман. Такие вот модели. Кнопка 5800. Вот такие модели 7500. Бочонок внутри, одно отделение. Впереди карман. Улитка. Три цвета в наличии. Покажите. Я сейчас отодвину. Да. Такой светлый тауп. Вот. Рыжик. И пудра. И пудра на мне. Вот она. 6800, оптовая цена. С обратной стороны карман. Внутри потайной карман и одно отделение. Ну, здесь на молнии. Винтажи обычно одно и то же все. Все как везде. Так. Багет. С обратной стороны есть карман. Такой вот. 5000. Такие вот модели. По 6500. 4 ручки, 5 ножек. Она еще собирается, делается меньше. Вот такая вот, да. Смотрите, девочки, без кармана, вот с обратной стороны есть модель. В Телеграм можете посмотреть цвета. Без кармана 5000, с карманом 6500. Юбка, сумка-юбка. 5800, есть перегородка, потайной карман и здесь вот кармашек впереди. Ну, длинный ремень. Кисет. Такой вот кисет. 7500. Вот такие модели. Идет двухсторонние. По бокам действующие карманы. Смотрите, есть перегородка, девочки. Очень удобная. Потом потайной карман. И с этой стороны также дополнительный карман. Три тысячи. Спорт. Ремень достаточно длинный, на три отделения, паспорт, телефон, все входит. Вот расцветки. Расцветок много.
Телеграм также можете, девочки, посмотреть. Далее сумка сарафан. Есть дополнительный ремень. 7500. Смотрите. Смотрите, карман. Внутри также одно отделение. Ну, внутри я не всегда показываю, потому что, девочки, находите фотографию. Под фотографией есть, если вас модель заинтересовала, ссылка на видеоролик. Вот по этой модели, ну, по многим моделям вообще здесь, я снимала короткие видеоролики. Замеры делала внутри, как, что, поэтому. Вот такой рюкзачок. Смотрите, 8500. Такие сумки из кожи буйвола. Смотрите. Шикарный цвет, светлый. Вообще такой молочный, зимой и летом. Очень сочетание с рыжим красивое. Есть потайной карман. Перегородка на молнии. Ну и здесь кармашек. Вот она. Очень удобно. На плечо удобно. Расцветки все в Telegram. Смотрите. Вот такой рюкзак. Есть побольше, поменьше. 6000 побольше. 5800 поменьше. Вот такая сумка. Рюкзак в бежевом цвете. 7500. Цвет талп бежевый. В одном цвете только одна. Вот такие вот рюкзаки. Смотрите. Такие шоперы 7500. Смотрите, голотые хочу снять. Давай. Сумка Галатея. Смотрите, 7500. Вот она. Угу. Вот здесь хочу посмотреть, что это модель. Да, также она 7500. Смотрите, внутри одно отделение, с обратной стороны кармана нет. Смотрите, цвета. На сумке два цвета. Вот такой кисет. Ретро-90, да? Вот они сейчас очень модные. Да. Такие вообще, ну, формы. Бочонки, кисета. Смотрите, 6800. Так вот затягивается. Необычная моделька. Угу. Сейчас стянуть хочу. Вот. Затянули хорошо. Вот правильно растянуть. А все. Поняла, как растягивается. А еще по поводу того, что кто-то писал, что соскучились по длинным роликам. Девочки, ролики выходят каждый день. Вот такие вот. Ну, в каждом ролике, чтобы не надоедало, я показываю моделей 10-15. Этого достаточно. Вы ролики выходят каждый день. Смотрите. Хорошо, кто-то там. Чем минут 40 снимать, непонятно, что все, не успеваешь что-то показать. А так, день там одну модель, ну как бы одни модели, второй день другие модели. Такая модель 6800. Так никто не показывает прямо каждую сумку внутри там и то. Я не успеешь, я по крайней мере хотя бы, ну так, да. Вот, что-то, ну каждый день по чуть-чуть. Да, так же лучше. Конечно, так лучше, не надоедает. И смотрите, вот такой вот зажим. 2000. Такие карт-холдеры. 1500. Обложки на паспорт. Два паспорта ходят. Вот мне клиентка написала, говорит, свободно ушло еще все там. Содержимое 1500. Мини-кошелечки 1500.
такие мини-кошельки. Так, так, также 1500. А, цвета вот такие вот. Зелень, роза антик, горчица, мармоцвет. Смотрите, по 1500. Вроде бы все показали на сегодня. Да, конечно, Оксаночка, как выглядишь хорошо вообще. Спортивно, прямо волосы так послушно. И твоя это... Я забыл. Ну, название забыл. Ну, в следующий раз скажу. Точно. Ладно. Девочки, подписывайтесь на наш канал. YouTube-канал, Telegram-канал. Так что... пишите, делайте заказы, отправки, я говорю, каждый день. Бывает, конечно, знаете, когда праздничные дни или что-то, ну, это уже от почты зависит, там, короткий день или... А так вообще, каждый день отправки. Вот сейчас, допустим, собираем за день, да, часов до 5, потом увозим на почту. Ну, и заказы я принимаю вообще круглосуточно после 5 часов, ну, просто заказ перекидывается на следующий день. Все равно я все это отправляю, допустим, на рабочий телефон, ну... И на утро вот Алла приходит, собирает заказы, все опять в том же духе. Продолжаем, скачиваем все, и вечером опять на почту. Так что все, девочки, всем пока-пока. Спасибо, Оксаночке, спасибо, Аллочке, спасибо, дорогие подписчики. Подписывайтесь на наш канал YouTube и Telegram. Ну, как слышно, хорошо. И улыбаемся, будем попрощаться. Улыбаемся, да? Улыбаемся. Пока-пока.